Здравствуйте. Мы сегодня продолжим с вами приступ к математическому анализу, будем к нему все подступаться издалека. Да? Вы знаете, и вы должны меня правильно понять. Математический анализ, он наиболее замечателен не столько своими результатами, сколько своим подходом. Вот главное понять, усечь подход, который исповедует математический анализ. Поэтому я вот не спешу. Вот это самое главное, что нужно вложить в вашу голову. Дело в том, что люди, мыслящие технически, да, технари, они этим математическим анализом заражены с институтской скамьи. И их мышление очень сильно математизировано. И вот этот вот элемент анализ бесконечно малых, это как бы элемент их культуры. Вы просто должны знать, чем дышат, значит, люди, которые предлагают всякие там инновации, чтобы потратить ваши инвестиции. Да? Вот это вот они так думают. Ну так вот, в прошлый раз мы с вами рассмотрели очень простенькую задачку, как Ахиллес бежит за черепахой, и занимались тем, что измеряли путь каждого этапа забега. Да? Вот Ахиллес находится на расстоянии 100 метров от черепахи, бежит в 10 раз быстрее черепахи, прибегает туда, где была черепаха. Значит, а черепаха уже отбежала. Он пробегает это расстояние, на которое отбежала черепаха. А черепаха еще немного отбежала. Ахиллес пробегает то расстояние. А черепаха еще немного отбежала и так далее. Получается бесконечная последовательность. Да? Вот это была бесконечная последовательность отрезков, на которые отбегает черепаха. Она была бесконечная последовательность. Еще у нас была там последовательность сумм. То есть последовательность расстояния, которое пробежал Ахиллес с самого начала забега. И эта последовательность была бесконечна, потому что суммируется бесконечное количество отрезков. Так вот, тут сразу мы встретились с двумя объектами, которыми занимается математика. Один объект называется бесконечная числовая последовательность. Это последовательность отрезков. Да? А второй объект называется ряд. Вот так он называется. Скучно очень, как-то непонятно. Ряд. Это называется сумма бесконечного количества слагаемых. То есть вот эту всю последовательность можно просуммировать, и получится, на удивление, конечная величина, то расстояние, на котором Ахиллес догонит черепаху. То есть мы сегодня приступаем к новому объекту, объекту, который называется числовая последовательность. Да? Что это такое значит, числовая последовательность? Как-нибудь определить хочется. Вы знаете, как можно определить? Значит, есть такие, легко понятные понятия, да? Ничего, что так говорю. Вот, например, есть такое понятие множество. То есть множество каких-то объектов, да? Множество чисел, например. Бывает множество, просто вот множество всех жителей города Москвы. Кстати говоря, это конечное множество, да? Бесконечные множества – это, как правило, множество из математики, какие-нибудь абстрактные такие множества. В реальной жизни с бесконечным количеством объектов нам сталкиваться не удается, на самом деле. То есть только вот при таком вот математическом подходе, разбиение на бесконечное количество очень бесконечно малых кусочков, вот тут появляются бесконечности. Ну так вот, множество его, оказывается, можно пронумеровать. Вот если множество удается пронумеровать, его элементы, такое множество называется счетным. Особенно интересны бесконечные множества, которые можно пронумеровать. Счетные множества. Ну вот, например, типичный пример счетного множества. Натуральные числа. Я больше чем уверен, что фраза «натуральное число», слово, ничего вам не говорит. Да? Натуральные числа – это числа, которыми можно нумеровать чего-нибудь. Вот начиная целые числа, начиная с единицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Вот это называется натуральные числа. Это самые первые числа, которые придумал человечество, да, для того, чтобы нумеровать пальцы и так далее. И вот, значит, получается, что последовательность числовая – это занумерованное бесконечное множество чисел. Вот начну с самой простенькой такой последовательности. Я ее называю опять двойка. Помните, такая картина в Новой Третьяковке висит?
Называется опять двойка. Вот они, два. Это первый элемент последовательности. Второй элемент последовательности – два. Третий элемент последовательности – два. Четвертый – два. Пятый – два. Шестой – два. Энный – два. Понимаете как? То есть все элементы двойки. Ну, такая последовательность. Опять двойка называется. Вот это вот выражение, это называется формула общего члена последовательности. А с индексом n равно 2. Что это за штука такая? Это формула, которая по номеру последовательности позволяет вычислить значение элемента, соответствующего этому номеру. Значит, формула, которая по номеру элемента последовательности, видите, я избегаю слова «член последовательности», по номеру элемента последовательности позволяет вычислить его значение. Это называется формула общего члена последовательности. Да? Но вот в данном случае считать очень хорошо, какой бы ни был номер n, а равно 2. Просто n отсутствует в правой части этой формулы, ну и слава богу. Это называется последовательность опять двойка. Вот такая простая последовательность. Вот. Вот еще одна последовательность. Это последовательность, так сказать, рациональных чисел. Единичка, одна вторая, одна третья, одна четвертая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый следующий элемент – это дробь, знаменатель у которой все больше и больше и больше и больше. Вот, наверное, формула общего члена будет какая? А n равняется единице делить на n, правда? Значит, вот у нас первый элемент – это единичка, то есть единичка делить на единичку. Второй элемент – единичка делить на 2, то есть 1 вторая. Третий элемент – единичка делить на 3, 1 третья. И n элемент – единица делить на n, 1 n. Вот отсюда вот это вот формула общего члена. А n равняется единице делить на n. Вот так она выглядит. Есть такое понятие новое для нас – предел числовой последовательности. Вот если нам еще подумать вот об этой последовательности, из набор чисел единицы делить на n, да, что можно сказать? Можно так вот интуитивно чисто заявить, что это, элементы этой последовательности стремятся к нулю. Можно так сказать? Вот смотрите, каждый следующий меньше предыдущего, да, и все они больше нуля. Заметили? Да? И вот чем больше n, тем этот элемент ближе к нулю. Согласны? Миллионный элемент ближе к нулю, чем тысячный элемент. Кстати говоря, миллионный элемент от нуля отстоит на одну миллионную, а тысячный на одну тысячную. И вот все следующие за миллионным элементом отстоят от нуля меньше, чем он. Да? Миллионный элемент на одну миллионную отличается, а миллион первый на одну миллион первую, то есть на чуть меньший кусочек. А миллиардный еще меньше, в тысячу раз ближе к ней. И вот интересные свойства в этой последовательности получается, что для любого, сколь угодно маленького числа, можно назвать номер последовательности, номер элемента последовательности, начиная с которого все элементы последовательности находятся в окрестности точки 0. Заметили? Вот я назову, например, такое число 10, начиная с первого номера. Все элементы последовательности находятся, отличаются меньше, чем на 10. Они вот самые большие единицы, да? Хорошо, назову 1 вторая. Начиная с третьего элемента, да, все элементы последовательности отличаются меньше, чем на 1 вторую от нуля. Хорошо, назову вам 1 миллионную. Начиная с миллион первого элемента, элементы последовательности отличаются от нуля меньше, чем на одну миллионную. И так далее. Какое бы число я маленькое ни называл, всегда можно найти такой номер, начиная с которого все элементы последовательности будут отличаться меньше, чем на это маленькое число. Вот это вот подходит для того, чтобы объяснять, что такое предел. Да? Он называется язык эпсилон окрестности. Вот так это называется. На языке эпсилон окрестности, да, сформулируйте определение предела. Есть такое вот задание для ученика. Вот мы на эту тему будем говорить. Я вас буду учить тому языку, который несколько лет вдалбливают в голову инженерам в институте на уроках математики. Вот.
Так вот, хочется проиллюстрировать картинкой, что же такое означает фраза «предел последовательности равен нулю». Вот, предел последовательности с общим членом АН равен нулю. Это та самая последовательность, о которой мы сейчас говорили, с общим членом единицы делить на n. Вот давайте поглядим. Вот первый элемент, он самый правый у нас на 7, 1 первая. Он в такую вот восьмиугольную звездочку вписан. Второй элемент 1 вторая, он уже ближе находится. Третий элемент 1 третья, 1 четвертая, 1 пятая. И они все ближе и ближе и ближе к нулю. Я вам уже проболтался, что здесь все дело в том, что для любой сколь угодно маленькой окрестности точки 0 можно указать номер элемента последовательности, начиная с которого все элементы последовательности окажутся внутри этой эпсилон-окрестности. Вот что это значит. Посмотрите-ка. Оказывается, можно решить это неравенство. Вот, единица делить на n меньше или равна эпсилон. Это же неравенство называется. Вот единица делить на n – это как раз то самое отличие от нуля нашего элемента последовательности. Это неравенство можно решить. Оказывается, n должно быть больше или равно, чем единица на эпсилон. Согласны? Ну, если речь идет, скажем, единица на n, это должно быть меньше или равно одной тысячной, то есть, начиная с n равного тысячи, единица делить на одну тысячную, это будет тысяча, правда? Вот. Ну, вот так вот, вот так вот, вот так вот можно определить номер. Что же получается? Получается, что мы здесь с вами схлестнулись с решением некоего неравенства, правда? Вот это вот неравенство единицы на n меньше или равно эпсилон. И вот это вот неравенство, оказывается, может быть очень легко решено теми методами, которые мы еще, так сказать, использовали в школе, в школьной, так сказать, математике. И очень за милую душу его можно решить. Ну, давайте попробуем, вот, исходя из такого вот, пока на, так сказать, уровне понятий данного определения, посмотреть, а чему равен предел вот такой последовательности? Последовательности, которую мы называли опять двойка. Равен ли он двум? Стремится ли эта последовательность к двум? Давайте пытаться проследить за определением. Так, значит, что нужно делать нам? Значит, нужно смотреть отличие элементов последовательности от двух. Да? Вот как они отличаются? Расстояние их какое? Значит, два минус АН, правильно? И лучше это брать по модулю, а то вдруг АН будет больше, чем 2, да? Тогда это будет отрицательное число, как-то неудобно. Вот 2 минус АН по модулю. Ну, простите, профессор, чем тут мы городим-то? 2 минус 2, это 0. Вот 0, он меньше любого какого угодно положительного числа, сколь угодно маленького, лишь бы не нулевого, да? То есть, действительно, в данном случае для любого, сколь угодно маленькой, эпсилон окрестности называется, это так, для любой, сколь угодно маленькой, эпсилон окрестности числа 2, можно назвать номер, вот первый номер, начиная с первого номера, что все элементы, начиная с этого номера, находятся внутри этой последовательности. Все элементы. Не просто бесконечное количество элементов, а именно все элементы находятся внутри этой, значит, эпсилон окрестности. Любой сколь угодно маленькой эпсилон окрестности. Вот это вот словечко «сколь угодно малое», вам понятно? Оно такое немножко литературное. Это литературщина, наверное, идет еще с 19 века. Может быть, сейчас так не говорят. Может, сейчас какие-то есть более клевые обороты речи. Но вот как-то в математике он залип еще с тех времен. И вот так он, может, он тогда казался очень крутым, этот оборот, а сейчас уже устарел. Любой, сколь угодно малый, любой, какой угодно маленький, да? Вот представьте себе так, вам нужно от ниточки отрезать кусочек, какой угодно маленький кусочек. И вот в чем тут разница с жизнью? Ну, понятное дело, что какой угодно маленький кусочек от нитки вы не отрежете, ну, там не позволит ножницы это сделать. Но и более того, даже на физическом уровне вы не сможете оторвать от нитки меньше, чем один атом. Да? Для этого вам придется еще расщеплять молекулы вот этой вот целлюлезы при этом, да, если это у вас хлопчатобумажная нитка.
Вот, если вам еще их разрывать, молекулы, да, то есть тогда вы больше атома не отнимете. На самом деле разговор о том, что есть бесконечная малость, это достаточно пустой. Вот в жизни, в реальной жизни, невозможно разрезать нитку на бесконечное количество отрезков, сколь угодно маленьких. Это вопрос абстрактный. Физика. Вся физика эксплуатирует постоянно математический анализ. Вот это понятие бесконечно малой величины. И в физике умные люди, значит, придумали такой оборотец. Бесконечно, физически бесконечно малый объем. Что это за штука такая? Бесконечно малый объем. Вы знаете, значит, когда речь ведут о, ну, скажем так, вот протяженной материи, да, какой-нибудь кусок металла или диэлектрика, да, то часто приходится вот это вот прибегать к услугам матанализа и мысленно разбивать его на бесконечное количество кусочков, на бесконечно малый физический объем, да, они говорят. Вот если мы на самом деле на бесконечное количество кусков разобьем, то мы получим такие кусочки, в которых реально ничего нет. Атом-то ведь они не все место занимают. Вот атом, атомное ядро, электроны бегают, а между ними это пустота получается. То есть в основном вещество состоит, оказывается, из пустоты. Так вот, значит, нашли такой выверт. Вы знаете, говорит, бесконечно малый объем, физически бесконечно малый мы будем иметь, говорят физики. Это сугубо упражнение ума, на самом деле, который пытается соединить их, скажем так, классические взгляды на непрерывную материю, да, с их построениями такой более современной квантово-атомной физики. Да. Вот. То есть, мол, дескать, физически бесконечно малый объем – это маленький объем, но все-таки в этом объеме бесконечно много атомов. Вот такой вот у них, значит, выверт есть, да. Ну, по крайней мере, очень много атомов, вот. И поэтому, значит, можно говорить, как еще сохраняет свойства сплошной среды. Вот такие выверты, они, в общем-то, не должны никого пугать. С ними люди живут, да. Просто дело в том, что любая научная истина, она тем отличается, что можно ее без ущерба для самой истины опровергать. И вот беда. Это прям горе какое-то для тех, кто эту истину возводит в догму, в неопровержимую догму. И вот либо он должен быть большим начальником и тормозить прогресс, чтобы не дать опровергнуть свою догму, либо он вынужден, значит, разочароваться в своей догме, раскаяться в том, что он сотворил себе из этой догмы кумира какого-то. Так вот, значит, вернемся поближе к нашей последовательности. Итак, в любой, сколь угодно, маленькой окрестности точки 2 находится бесконечно большое количество элементов последовательности, опять двойка. Вот. А вот еще одна последовательность. Она называется с двойки на тройку. Сначала двойку получил, потом подучил трояк. Новую тему объяснили, двойку получил, подучил трояк. Опять новую тему учительница объяснила, двойка. Подучил, трояк и так далее. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. А вот тут вот, смотрите-ка, в любой, сколь угодно малой окрестности числа 2, согласитесь, находится бесконечно много элементов последовательности опять двойка. Все элементы, которые, значит, равны двум, находятся внутри этой, в этой окрестности любой. Ну вот, скажем, в окрестности плюс-минус 1 миллионная от двух находится бесконечно много двоек. Все нечетные элементы последовательности там. А все четные элементы последовательности находятся в любой, сколь угодно маленькой, окрестности числа 3. Но вот про такую последовательность не принято говорить, что она имеет предел. Она не имеет предела. При увеличении номера последовательности, номера члена последовательности, элементы не стремятся к какому-то определенному значению. Правда? Вот смотрите как. В чем различие понятия предел, как мы его понимаем, и вот просто сухой констатации факта, что в окрестности точки находится бесконечно много элементов последовательности. Это вот что такое. Вот смотрите, должен быть какой-то прогресс. Ну вот, скажем,
Ну, спортсмен тренируется, да? Вот он тренируется, тренируется, каждая следующая попытка все больше и больше, каждая следующая попытка его все ближе и ближе, там, какой-то вот заветной цели к тому рекорду, который он поставит на Олимпиаде, да? Вот, она все ближе, 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 каждая следующая его попытка. Вот, вот это, значит, прогресс идет. А вот у этого ученика, который учится с двойки на тройке, никакого прогресса нет. Он как был двоечником, вообще-то говоря, так он им остается. У него каждая новая тема – двойка. Это не прогресс, тут предела никакого нет. Например, конструктор улучшает, там, скажем, скорость полета ракеты, она все ближе и ближе к скорости света. Он знает, он учился в институте, проходил физику, он знает, что скорости больше света не существует в природе. Он знает, что его ракета никогда не полетит со скоростью света, но он будет ее все время совершенствовать так, чтобы скорость ее была все ближе и ближе к скорости света. Это прогресс. А так, представляете, вот какая штука. Вот сегодня скорость у него 100 км в час, а другое у него изделие 50 км в час. 100 км в час, 50 км в час. Так простите, что это за деятельность такая? Если деятельность заключается в улучшении скоростных качеств вот этого объекта, я не знаю, что это у него, поезд, автомобиль, то 100, то 50, то это получается топтание на месте. У него нет прогресса, да? Нет стремления к какому-то пределу. Да? Даже если он будет стремиться просто к какому-то скромному пределу, там 200 км в час, ну стремись к нему, достигни его, и каждый пусть новый локомотив имеет скорость 100 км в час, да? Или там 200 км в час, да? Я такую задачу поставил нашим славным железнодорожникам. Пожалуйста. А дальше там что-нибудь другое будешь совершенствовать, а тут будешь уже попадешь вот на эти 200 км. Ну а тут-то что? 2-3, 2-3, это не предел. То есть чувствовать вот такое простое житейское отличие понятия предела от просто понятия, что в любой, сколь угодно маленькой окрестности числа находится бесконечно большое количество элементов последовательности. Не просто бесконечно большое количество элементов последовательности, а все, начиная с некоторого номера, поэкспериментировал инженер со своим локомотивом, и начиная с некоторого номера, все они уже бегают 200 км в час. Все, он уже усовершенствует какие-нибудь другие параметры. Экономичность, надежность, безопасность, безотказность, еще какие-нибудь еще другие вещи. Вот это прогресс, вот это стремление к чему-нибудь, да? Увеличение чего-нибудь или уменьшение чего-нибудь, увеличение положительных каких-нибудь качеств и уменьшение отрицательных качеств. Может, там уже инженер какой-нибудь другой последовательностью занимается, да? Расходами на, так сказать, смазку его локомотива. Он их уменьшает каждый раз. Да. Уменьшает аварийность, например. Вот он с каждой новой моделью аварийность меньше. Стремится к какому-то определенному пределу, ниже которого уже, скажем, он опуститься по тем или иным причинам не может. Да? Вот как, какие-то такие вот разговоры про предел последовательности. Таким образом, вывод какой? Что последовательность не может иметь два предела. Не может быть два различных числа, в окрестности которых, начиная с некоторого номера, находится бесконечно большое количество элементов. Еще в любой, сколь угодно маленькой окрестности. Вот, скажем, в окрестности размером, значит, 4, да, вот 3 плюс-минус 4. Да, действительно, в этой окрестности находится бесконечно большое количество элементов этой последовательности. Но если речь идет о любом сколь угодно малом эпсилоне, о любом сколь угодно малой окрестности, то, скажем, как только у вас эта окрестность станет меньше единицы, все. Говорить про то, что начиная с некоторого номера, они все там, нет, не приходится. То есть вот это вот уже никуда будет нам не годиться. Я хочу напомнить вам про ту последовательность, которую мы получили, изучая забег Ахиллеса за черепахой. Помните, была последовательность такая? Последовательность отрезков, которые он пробегает, и, соответственно, последовательность сумм. Да? Сумм элементов этой последовательности. Да? То есть была у нас последовательность отрезков. Напомню, значит, сначала было 100 метров расстояние до черепахи. Черепаха бежит в 10 раз медленнее Ахиллеса. Ахиллес пробегает 100 метров, черепаха 10 метров. Ахиллес эти 10 метров пробегает, черепаха еще метр и так далее. Получалась такая последовательность. 100, 10, единичка, 1 десятая, 1 сотая, 1 тысячная. И мы в прошлый раз ее успешно просуммировали.
используя наши знания, так сказать, калькулятора, получилась бесконечная периодическая десятичная дробь. 111 целых единицы в периоде. Это получалось 111 и 1 девятая метра сумма. Да? То есть сумма бесконечного количества вот этих элементов этой последовательности равнялась конечному числу. Что это получается? Это называют так, сумма ряда. Сумма ряда – это предел последовательности частичных сумм. То есть можно по частям, значит, по кусочкам постепенно суммировать эту последовательность. Сначала взять первый элемент, потом прибавить к нему второй элемент. Это будет вторая частичная сумма, потом третий элемент, третья частичная сумма и так далее. Если все эти суммы аккуратно суммировать, то мы в свое время, это на прошлом занятии, получили ту самую сумму, о которой я говорил. Вот эта вот сумма стремится к пределу, который равен 111,1. Вот эти вот формулы, на фоне которых я сижу, вам они иллюстрируют такую эту мысль. Я вам напоминаю просто то, чем мы занимались. Тут тоже речь идет о пределе последовательности. Но вот смотрите, начиная с некоторого номера, они каждый раз, отличие все время уменьшается на одну, в 10 раз, да, уменьшается, с каждым новым членом последовательности. Нужно, значит, как там, 111 единичка в периоде, такая вот десятичная дробь. Ну вот нашли число 111, оно отличается на 1/9 от предела, да. Значит, если речь идет об эпсилон равном 1/9, то начиная со следующего номера, это какой же, 111, это третья частичная сумма, да? Начиная с четвертой частичной суммы, все элементы последовательности отличаются меньше, чем на 1/9 от 111, 1/9. Вот. Начиная там с какой-нибудь, значит, 1/3, значит, меньше, чем на 1/1000, они все отличаются вот от конечного предела. Вот. Вот как устроен этот, значит, мир у нас, как устроено формирование предела. Я все, к чему все эти истории рассказываю? Я пытаюсь вам внушить следующую мысль, что вот это вот обозначение, кстати, оно вот очень часто используется, лимит, да, лимит, то есть предел, лим, так вот говорят. Ну вот студенты технари, они говорят лимит. Предел, вообще-то надо говорить предел. Предел, прен, стремящимся к бесконечности. Последовательности с общим членом АН равен А. Что это значит? Это значит всего лишь навсего, что начиная с некоторого номера n малое, все элементы последовательности находятся внутри окрестности размером эпсилон. Причем это можно найти такой номер для любого сколь угодно малого числа эпсилон. Вот в чем загадка оказалась. Да? Любое сколь угодно маленькое число эпсилон позволяет вот такого рода неравенство, которое написано внизу, это двойное неравенство. Да? То есть для любого сколь угодно маленького числа эпсилон неравенство, указанное внизу, имеет решение относительно n. Причем решение следующего вида n больше какого-то натурального числа. То есть, начиная с него до бесконечности, все элементы АН будут находиться в этих пределах. То есть, это вот другое, как бы, перевод разговора о пределе последовательности в другую плоскость, да? В плоскость неких математических формул, решения неких неравенств. Да? Это очень плодотворно с точки зрения доказательства чего-нибудь. Неравенство-то худо-бедно любой школьник как-то там решал в школе, да? Правда? То есть вот такого рода неравенство, если вместо АН-ного написать формулу, в которую входит n, значит, выражение для него, то его можно решить. Значит, с какими же, скажем так, практическими смыслами предела мы с вами сегодня успели столкнуться? Да? А предел, так, значит, во-первых, естественный какой-то такой вот, ну, общечеловеческий, общеэкономическое значение предела. То, что с каждым разом что-то, результат какой-то деятельности, да, то есть элемент, с каждый следующий член последовательности все ближе и ближе с каждым разом к цели, да, все ближе и ближе к какому-то значению, к которому он стремится.
при бесконечном увеличении количества попыток. Да? То есть можно бесконечно повышать точность измерительного прибора. Да? С каждым разом все точнее и точнее определять расстояние там, до Марса, например. Вот. Какой-то вот такой прибор. Точность будет очень большой, но можно сделать еще большую точность, то есть еще меньшую ошибку. Да? Вот если вы измерили расстояние до Марса с точностью 1000 километров, то, создав другой прибор какой-нибудь измерительный, какой-нибудь радиодальномер или еще какое-нибудь чудо науки, вы можете снизить, к примеру, точность измерения до 100 километров. Вот у вас точность уже выше. Ну, понятно, что точность можно бесконечно усовершенствовать, то есть бесконечно уменьшать ошибку измерения. А ошибка всегда будет какой-то оставаться, согласитесь со мной, потому что нельзя бесконечно увеличивать точность. Ну, в физике, если отвлечься от нашей математики, там есть ситуации, которые четко говорят, что каков предел этой точности. Нельзя, бывает, точность сделать нулевой погрешность. Она стремится не к нулю погрешности, а к некоторому естественному физическому пределу, точнее которого не сделать. Ну, вот, например, расстояние от вас до какого-нибудь объекта, ну, до телевизора, например, да? Его ведь нельзя измерить с точностью, ну, больше, чем неровность поверхности телевизора. Какой бы он ни был гладкий и полированный, но все равно на атомарном уровне там есть неровности. Вот с точностью до величины этой неровности вот можно измерять, в принципе, расстояние до телевизора. Правда? Вот. Вот такие вот, например, вещи, которые вас, значит, в жизни вас окружают. Вот предел точности измерения. Можно к нему бесконечно, значит, устремлять этот метод, но более точным уже просто не сделать его. Да? Так, что еще я хотел вам сегодня доказать? Хотел вам доказать, что двух пределов у последовательности быть не может. Она не может сразу стремиться к двум пределам, она стремится только к одному. Ну, это хорошая такая мысль, такая философская, нравоучительная. Нельзя сидеть на двух стульях там, и так далее. Нельзя стремиться к двум пределам. То есть можно стремиться только к какому-то одному пределу. Кстати говоря, мы с вами как-то не очень старались на эту тему говорить, но бывают и бесконечные пределы. Можно стремиться к бесконечности. Вот, говорят, Вселенная стремится к бесконечному расширению, да? Вот, ну, стремится, да, вот, говорят так. Ну, такая есть модель. Вот. То есть предел может быть бесконечным. Функция, например, такая единица делить на x. Это я, так сказать, выхожу за пределы нашего разговора. Но она стремится к чему? Стремится она к бесконечности при x, стремящемся к нулю. Да? Если мы делим на все меньшее число, получаем все большее число. Это, правда, не предел последовательности, это предел функции действительного переменного. А что такое числовая последовательность? А? Давайте подумаем. Это ведь тоже функция, правда? Функция только не действительного переменного, а натурального переменного. Каждому номеру дается в соответствии число некоторое. Не так-то это плохо. Вот прикиньте, числовая ось, да, там находятся действительные числа. Какие-нибудь там десятые, сотые, миллионные, вот такие вот всякие вещи. И на ней обозначьте только целые числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот по этим числам скачите, стремитесь к бесконечности. N устремляйте к бесконечности. Вот это будет предел последовательности. То есть можно легко очень, если вы любите теорию функций действительного переменного, да, ну, в школе-то вы такие функции проходили, ну, кроме шуток, вы можете очень хорошо имитировать, значит, процесс стремления к чему-нибудь, да. Ну, вот, например, чудесная функция синус x, да? Вот увеличивайте постоянно x, наращивайте его, увеличивайте, да? Значит, 1, 10, миллиард и так далее. Будет к чему-то стремиться эта функция, эта последовательность? Нет, это мы имеем дело с последовательностью типа последовательности с двойки на тройку. Она у нас все время меняться будет от плюс единицы до минус единицы. Она будет болтаться около нуля, не стремясь к нему. Вот этот вот синус, кстати, как и косинус тоже, отличается от, ну, значит, нуля, то бывает не отличается от него, равен нулю, а то бывает отличается на единицу целую, доходит до этого. То есть вот такая вот функция, значит, синус x, она не имеет предела при x, стремящемся к бесконечности. По той простой причине, что нет такого
значит, икса, начиная с которого все отличие от нуля, скажем, меньше, чем некая величина эпсилон. А зато вот функция единицы на х при х, стремящемся к бесконечности, к чему стремится? К нулю. Мы с такой функцией с вами сегодня имели дело, и одна n-ная. То есть, по сути дела, речь идет о функции единицы на х. Да? Только мы выбираем одни только целые, значит, значения, целые орешки из всей кучи, так сказать, битых, колотых орехов мы выбрали. Да? И вот эти целые орешки расположили в такой вот последовательности. Да? Целые числа n выбрали и расположили такую последовательность. Так, значит, я к чему клоню? Я к тому клоню, что пора бы нам перейти к формированию некоего определения предела последовательности. Вот давайте так вот пока на словах, на пальцах, как говорится, порассуждаем. Что, значит, мы выяснили? Мы выяснили, что здесь присутствует такой термин «любое, сколь угодно малое положительное число». Это вот называют обычно эпсилон. Вот то, что у меня написано на экране, приглядитесь к нему, да? Вот тут пишут так, что АН-ное отличается от А меньше, чем на эпсилон, да? То есть она меньше, чем А плюс эпсилон, но больше, чем А минус эпсилон. Вот эта вот фразочка А, значит, плюс-минус эпсилон называется эпсилон-окрестностью. То есть начиная с некоторого номера, все элементы последовательности находятся в пределах эпсилон-окрестности. Причем такой номер можно найти для любой сколь угодно малой эпсилон-окрестности, то есть для любого сколь угодно маленького положительного числа эпсилон. Существует такой номер, что начиная с него все элементы последовательности находятся внутри эпсилон-окрестности числа А. Вот тогда, в таком случае, предел последовательности с общим членом АН, да, равен А большое. Вот оно. Вот это вот будет называться определение предела последовательности. Оно так будет называться. И будет для нас, даст нам пищу для размышления о том, как это дело все записать и использовать. Использовать в логических рассуждениях. О пользе непонятных, как бы вам сказать-то, языковых трюков. Вот математики, если бы они всегда рассуждали словами, им бы очень трудно было доказывать свои теоремы, решать задачи, которые ставят перед ними жизнь, да? Они используют для этого математический язык. Причем математический язык они используют не только, ну вот, типа там x плюс y равняется z, такого рода арифметические выражения, но и в своих логических рассуждениях. Ну, скажем так, это можно назвать логические символы. Да? Вот давайте я попробую вам огласить вслух определение предела и разбить его на кусочки, некие вот логические слова. Вот смотрите как. Значит, определение предела. Вам торжественно произношу. Говорят, такая вот фраза начинается в математике определения, как будто рассказ о неких сплетнях. Да? Говорят, поговаривают. Говорят, что бесконечная последовательность с общим членом А. N-ная имеет пределом конечное число А, если. Вот это было то, что речь шла об заголовке, что мы определяем. Да? Говорят, что бесконечная последовательность с общим членом АН-ная имеет пределом конечное число А. Конечное значит не бесконечное. Вот что значит конечное число А. Если. А дальше начинается, так сказать, тело определения. Вот что там должно быть, если. Если для любого, сколь угодно малого, положительного числа эпсилон существует такой натуральный номер, ну, скажем так, n большое, да? Натуральный номер,
начиная с которого все элементы последовательности находятся в эпсилон окрестности числа А большое. Вот это в таком случае говорят, что число А большое является пределом последовательности. И вот это вот у нас даже на картинке вынесено, да, вот можно по-другому, можно говорить, а можно написать фразу одним словом. Вот эту вот фразу «говорят что» можно записать этими словами. Лимит АН, при n, стремящемся к бесконечности, равен А. Так, теперь еще будет такое утверждение. Значит, следующий, так сказать, элемент логический того утверждения, которое мы должны будем записать логическими символами, что для любого, сколь угодно малого, положительного числа эпсилон. Вот следующий элемент, что вот такой вот, так сказать, посыл для любого, сколь угодно малого, положительного числа эпсилон. Следующая, так сказать, фраза, которую нужно переводить на язык логических иероглифов, скажем так. Существует натуральное число. Вот. Какое-то. Такое что? Тоже посыл, тоже фраза. Для любого члена последовательности с номерами больше этого числа, еще одна логическая, значит, утверждение, выполняется, значит, условие, что все элементы последовательности принадлежат эпсилон окрестности. И еще одно утверждение. Да? Значит, все это утверждение, значит, будет выглядеть следующим образом. Следующим образом будет выглядеть, что оно нам даст некое неравенство, решив которое, можно будет доказать или опровергнуть, так сказать, утверждение о том, что пределом последовательности является число А. Вот, то есть все сведется к школьному решению неравенства. Да, неравенство в школе решали, вот-вот его придется решать неравенство. Такое всего лишь навсего, чтобы доказать или опровергнуть факт, является ли число А пределом последовательности АН. Вот, то есть вот эта вся, ну, мне даже не поворачивается язык сказать билибердистика, нет, вот это вот все эти рассуждения, я к ним очень на самом деле уважительно отношусь, они позволяют свести достаточно сложный, длинный, разговорный текст, который мы на 40 минут наговорили с вами сегодня, к очень короткой, емкой строчке иероглифов, из которой видно математику, какое неравенство нужно решить, чтобы доказать, что АН является, имеет пределом число А или не имеет пределом число А. То есть проверить вот это. Вот. Вот. В следующий раз я вам мечтаю рассказать, фактически научить вас языку математических иероглифов. Если удастся, мы попробуем их вместе с вами дешифровать, разгадать так, как в свое время разгадывал их Франсуа Шамполеон. Надо вам сказать, что вот когда я вот читал вам вслух вот это определение предела, говорят, что я внутри своего, в своем, так сказать, внутреннем взглядом представлял себе строчку этих иероглифов. Дело в том, что определение предела на человеческом языке, оно на самом деле очень несовершенно. Самый совершенный в этом плане математическом язык математических иероглифов. Они знающему человеку гораздо более понятны. Вот говорят, это говорят не знатоки математических иероглифов, которых очень много, а это говорят знатоки древнеегипетского языка. Вот они говорят, что древнеегипетский язык имел самую совершенную грамматику за всю историю человечества. В общем, проверить это на самом деле не представляется возможным. Но не учить же действительно древнеегипетский язык, да, древнеегипетские иероглифы, не изучать же их, чтобы проверить вот их утверждение, что это у них самая совершенная грамматика. Ну, мы хоть так вот поиграем завтра на следующем занятии в египтологов, да, попытаемся расшифровать надпись, сделанную математическими иероглифами. Я жду встречи с вами в следующий раз. Удачи вам, всех благ, до свидания.